Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и Эдвард Петер. И мы сегодня с вами будем для своего механизма изготавливать коробку. В принципе, сделать ее несложно, но делать ее надо. Вот, допустим, такая коробка, вот такая наверх. Легко. Так. Далее мы берем коробку. Говорим Ctrl-C, Ctrl-V и выносим ее сюда еще. Так. Естественно, мы должны ее уменьшить. Вот так примерно. Так, да. И взять фронт, к примеру. И вытянуть этот фронт вот так. И мне иногда это все раздражает, этот снейп. Он хватается за все эти привязки. Так, смотрим теперь в 3D. Да, это то, что нам нужно. Вот оно. Там коробочка такая должна быть. Теперь самое время пойти в булевские операции, так сказать, ему дифт и сказать тоны. Все. Вот у нас получилась коробочка, в которой мы все можем расположить. Но есть еще один способ. Я вам сейчас его... Так, этот способ попроще будет, наверное. Так, ну-ка. Вот так и наверх. Отлично. Теперь выделяем эту плоскость. Удаляем ее. Дальше идем в офсет. Где у нас офсет? Вот он у нас офсет. Так. И вот мы можем вот здесь, допустим, 3 сделать, да? Окей. Любую толщину выбрать, и будет у нас уже вот такая коробочка.